Всем привет! Турнир Ганмастер на сервере Браво стартовал, и в этом ролике я вам расскажу о самом турнире. Формат турнира очень необычный и сильно отличается от предыдущих соло-режимов. Первый тур проходит только на оружие ближнего боя, второй тур – пистолетный. Тур с 3 по 7 проходит на разных классах по очереди. В 8 раунде будет все наоборот, будет доступно только 4 класса из 5. По очереди будет включаться один из классов. В 9 раунде повторяются туры с 1 по 7. Этот формат очень хорошая возможность дойти до призов для всех, кто не смог сделать этого раньше. Потому что я уверена, что на первом этапе отсеют большинство количества игроков, которые хорошо стреляют, но абсолютно не умеют играть на ближнем бою. Приятного просмотра! Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.